Сегодня расскажу очень легкий и простой способ, как восстановить поджелудочную железу после различных кризисов. То есть это переедание, это острый панкреатит, это просто панкреатит, это боли. То есть если у вас сейчас уже началась фаза, так сказать, ремиссии, первичная даже фаза ремиссии после острого панкреатита, после боли и так далее. Значит, что я вам посоветую? Сейчас начали пасечники активно продавать прополисный мед. То есть они его насыщают прополисом. Вот он, прополис. Этот мед насыщают прополисом. И нормальные пасечники даже пишут концентрацию. Вот у меня концентрация 10%. Он очень вкусный. Он не такой, не так резко действует, как сам прополис. В следующем видео я расскажу и прополис. Мед, ну, знаете, что качественный, сырой, непастеризованный мед очень полезен вообще для здоровья. А прополисный мед идеально полезен именно для восстановления поджелудочной железы. Как его правильно пить? Ну, если вы худые, такие как я, можно, в принципе, даже пить 3 раза в день по десертной ложке до еды за 40 минут. Если вес, конечно, побольше, то можно, чтобы вес не набирался, первое, меньше есть, второе, пить по 1 чайной ложке данного меда до еды. Концентрация, кстати, может быть абсолютно любая, до 15-20 даже процентов. Как я и сказал, вот у меня написано 10%. Он так и называется, прополисный мед. Он такой темноватый, потому что его насыщают прополисом, и он, так сказать, темнеет. Вот и все, сколько его нужно есть. Можно есть где-то беспрерывно, до 1,5 месяца максимум. Идеально ровно 1 месяц. Потом делаем перерыв на 1 месяц. В этот момент принимаем какие-то мои другие рецепты. Особенно на основе трав. Даже в этот момент, когда вы работаете с прополисным медом, лучше применять моих 2 или даже 3 одновременно рецептов. Это обязательно какие-то отвары. Это прополисный мед. Это что-то еще. Например, соки и так далее. Чтобы максимально быстро и качественно восстановить поджелудочную железу. Вот такой отличный рецептик на сегодня для вашей поджелудочной железы я вам и рассказал.